Продлить жизнь можно по-разному. Либо смотреть фильмы. Внимание! Цель снова в режиме самозащиты. Либо стать коллектором памяти. Человек, ошибка 55, готовность к изъятию. Есть, босс. Набора персонала сейчас не идет. Поэтому о плюсах работы коллекторами памяти говорить не буду. Но вот об инциденте, которым обычно поучают новичков вроде тебя, прорывишь и я, расскажу. Это было изъято из головы ошибки. Уникальный носитель ошибки 55 Шиянь. Дальше используем для переработки. Твое имя Байчун? Байзонг. Байчун. Твой бывший куратор сказал, что ты трудолюбива. Теперь ты стажер под моим наблюдением. Мое имя Фан Тан. Это пункт переработки памяти под началом Бюро управления памятью. Весь этот хлам выброшенный из памяти сущности. Обычно тут проводились физические работы, переработка, сортировка, но стажеров тут не было уже давно. И хотя работа у нас кажется легкой, несчастные случаи все еще бывают. Поэтому уточню пару моментов. У нас два основных задания. Первое — извлечь лишнюю память организмов. Хотя границы человеческого сознания еще не ясны, люди всегда пытались найти оптимальный способ хранения информации. Этот экстрактор память, что я использовала, вспомогательный аппарат, созданный нашим бюро. Он сам извлечет ненужные воспоминания, чтобы человек запомнил что-то новое. Конечно, если извлеченные кусочки уничтожены у нас, они исчезнут навсегда. Она вообще слушает? Наше второе задание — переработка ошибок. В прошлом приключилось множество происшествий с их участием. Их происхождение до сих пор неизвестно. Бытует мнение, что ошибки берут начало в воспоминаниях особых людей и подкрепляются сильными эмоциями. Мы их называем источниками ошибок. Начнем с источника, чтобы вмешаться в эмоции ошибки. Уже найдено 93 ошибки. Ожидается, что они начнут сеять хаос. Они могут варить неуместные воспоминания, словно переплетая провода. Варить? Или заставляют чувствовать что-то знакомое, неотличимое от лжи. В крайних случаях даже сама жизнь человека может пройти сквозь череду изменений. Тебе ли не знать? К счастью, большинство мы уже переработали. Шиянь, появившийся в источнике, один из оставшихся ошибок. Может быть, трудновато, раз ты новенькая, но не особо. Он готов. Что ж, Байчун, начнем утилизацию. Не переусердствуй. С самого детства надо мной издевались. Я ненавижу конфликты. И я не понимал, почему я всегда становился целью насмешек. Пока не появился Шиянь. В его компании мне наконец-то стало спокойно. К счастью, мы были в одной школе. Он всегда оказывался рядом в нужный момент. И хотя Шиянь невелик, аппетит у него зверский.
Он много гуляет, поэтому у него постоянный загар. Я не люблю сладости. Помню, как-то на мое день рождения он уплел все сладкие торты, что испекли мои родные. Еще он научил меня езде на велосипеде. После этого мы часто катались вместе. Шиянь всегда такой беззаботный. Все же трудно сказать, что творится в его голове. Он был тем человеком, которым я всегда хотел стать. Он простой, смелый и никогда не боится действовать. Он будто бы ничего не боится. Он не раз спасал меня из сумасшедших ситуаций. И пока он был рядом со мной, хулиганы перестали меня доставать. Казалось, что у него в распоряжении все время мира. Он всегда был рядом, и мы часто играли вместе. И хотя в городе не так много развлечений, время, проведенное с ним, было очень уютным. Выходные так быстро летят. Не хочу в школу. Время на уроки всегда так тянется. Но если подумать, вообще время так быстро утекает. Если в среднем живут 70 лет, то уже почти четверть мы прожили. При таком раскладе даже страшно как-то. А? А, смотри! Байджун, не подходи близко. Он неплохо так напитался от источника. Снадобье. Ты выглядишь знакома. Правда? Голова болит. Где я? Что-то не так с твоей головой. Вот мы тебя и... Они чем занимаются? Утилизацией. Чего? Может, скажешь, где я? Я новичок, вот толком объяснить не смогу. Вкратце, он порожденная тобой ошибка. Постоянно вырываясь в твою реальность, он также калечит твою память. Скорее, он станет нереально опасным, поэтому нужно его отловить. В общем, несмотря на свое несуществование в реале... Он насильно обрел форму благодаря тебе. Все же изумительно. Как такой источник-лузер создал такую сильную ошибку? Главное в этой жизни сделать выбор. Возможно, это все из-за моей нерешительности. Почему и друзей заводил редко? Когда я только начал учебу, все поехали в поход. По итогу меня забыли в лесу. Подождите! Пришлось добираться обратно самому. Одноклассникам порой не нравилось, как те получились на фотостене. Но вот, моей фотографии там никогда не появлялось. Не думаю, что когда-нибудь позвал бы меня на встречу выпускников. Никто бы и не вспомнил. Значит ли это, что меня для них не существует? Но после того похода я сам начал фотографировать. Я многого не хотел бы забывать.
И фотографии надежнее человеческой памяти. Похоже, все близится к концу. Ладненько, переработка, все. Можешь немного вздремнуть. Байчун! Инструкцию не читала! Повлияй на источник здесь, связь нарушится! Его память переполняется. Сколько же проблем! Ему от этого лучше не станет. Если продолжим, придется уничтожить на месте. Как бы ты ни старался, проку ноль. Ты умудрился вылезти в реальный мир так надолго, 55-й. Пятый, с меня хватит. Крыша? Я снова уснул на крыше. Тут всегда так хорошо. Я вспомнил. Шиянь умер прошлым летом. Значит, все это были проделки моей фантазии? Хорошо. Утилизация проходит успешно. Нет, не могу здесь больше оставаться. Но выхода отсюда нет. К тому же, что мне делать потом? Оценки, хулиганы, другие люди, планы на будущее. Я ничего не продумал. Даже если я выйду, мне ничего не достигнуть в одиночку.
Дай мне мою камеру! Даже небольшие изменения в душе приведут к сильным бурям в море жизни этого человека. В таком понимании контроль памяти – самая рискованная и хаотичная работа в мире. Шиянь, 55-й, переработан. Эй, босс, а я тоже там? Без комментариев. Как ошибка, он мог сделать выборы получше. Значит, Шиянь мог запутаться между правдой и ложью? Но он и правда способный. Он в итоге очень даже помог. Это нормально? Байджун, у тебя еще все впереди. Для нас добро и зло, правда и ложь — все бессмысленно. Но не будем об этом. Моя череда побед чуть было не прервалась в твой первый день. Вот, что-то вы явно перегибаете.